На Землю благополучно вернулись участники международной экспедиции на МКС. Это россияне Сергей Волков и Михаил Корниенко, а также американец Скотт Келли. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. В заданной точке уже дежурили вертолеты и поисково-спасательные машины Росавиации. Ранее предполагалось, что Корниенко и Келли самостоятельно выйдут из капсулы, имитируя высадку на Марс. Однако, как сообщили в Центре управления полетами, им все же понадобилась помощь. После медосмотра космонавтов переправят на реабилитацию в Центр подготовки. Эта космическая вахта стала одной из самых длительных. Келли и Корниенко провели на орбите 340 суток.